Если вы мужчина, и вас не уважает ваша собственная жена, то копать нужно в отношениях с мамой и с папой. Скорее всего, что у вас претензии и неприятие папы, какой бы он ни был, сильный или слабый. И, скорее всего, либо доминирующая мама, либо претензиозная, жертвенная, которая вот в вас сливала. Если вы мужчина и не можете выстроить с женщиной отношения, то мужская часть пробуксовывает. Мужчины, это решаемо, это отрабатывается. Если до сих пор вы в зависимости от мамы, доминирующая мама, контролирующая, то есть вы в ее поле не вышли, а отпочковаться можно, из поля выйти можно. Я за один сеанс это делаю. И прям можно расчистить вашу жизнь, вы прям до бетона все расчистить, освободить и пойти своей жизнью, своим путем, с легкой грудью. Это вот такое ощущение.